Турнир «Принцесса Волги» имеет 12-летнюю историю и хорошо известен за пределами не только губернии, но и страны. Самарские соревнования занесены в европейский календарь и каждый год собирают в нашем городе юных дарований со всех уголков Европы. Не стал исключением и этот турнир. У нас в этом году количество участников в 3 раза больше, чем в прошлогоднем турнире. И приехали такие города, которые у нас никогда не бывали. Находка, Владивосток, Кемерово, Челябинск, Краснодар, Красноярск. Вот 250 девочек принимают участие. Мы, конечно же, надеемся, что, как всегда, получится большой красивый праздник с яркими новыми программами. Титул «Принцесс» юные русалки разыграют в 4 номинациях, в 2 возрастных группах – до 15 и 12 лет. Причем столь представительных международных турниров для спортсменок 2000 года рождения в России больше нет. В Самару прилетели даже девчонки из Находки и Владивостока. Мы бы хотели дальше продолжать в будущем заниматься вместе с командой, расти, не останавливаться на одном уровне, а подниматься все выше и выше. Турнир продлится до 9 июня. Победителей и призеров ждут ценные призы. Представители областной федерации синхронного плавания уверены, что среди победителей соревнований будут и самарские русалки. Сергей Кочкин, Мурат Гасанов, ГИС-события.